Девчонки, мальчишки, сейчас буду готовить простой эликсир здоровья. Такая простая у нас будет водичка. Я думаю, что вы многие применяете это. Но я напомню вам. Мы возьмем вообще очень простые ингредиенты. Мы возьмем лимон, имбирь и 2 столовые ложки меда на 2 литра кипяченой воды. Даже горячей. Имбирь я просто нарежу дольками, вот просто так. Можете даже хаотично нарезать имбирь. И лимон я тоже нарежу дольками. И все отправлю в кастрюлю. Как вы знаете, что погода всегда, она сейчас в данный момент мечется. То холодно, то становится тепло. Естественно, простудные заболевания. Но мы же еще с вами и худеем. Я думаю, что это средство тоже подойдет для наших похудашечек, если мы, допустим, положим меньше меда или, допустим, вообще не будем класть. У кого, значит, сахарный диабет, я советую вообще не класть или класть глюкозу. Тоже будет отличным вариантом. Вот я так лимончик нарезаю и тоже отправляю в кастрюлю. Сейчас у меня чайник уже закипает. И все я это буду заливать горячей водой. Вот у меня такой банка такая меда. Отдала свекровь. Галина Григорьевна, большое спасибо. Сейчас я достану 2 ложки. Вот так. Опа. Ушло не то. Вот. И все. И отлично. Так, сейчас мы закроем мед. Вода у меня закипает. И будем наливать. Настаивать где-то, ну, примерно, ну, час, чтобы именно было уже вот такое, по вкусовым качествам было хорошее, чтобы настоявшийся, где-то примерно час. Все, чайник у нас вскипел. Я добавляю 2 литра воды. Кастрюльку. Так. Опа. Все, 2 литра я добавила. Сейчас это все перемешаю, чтобы наш мед растворился. И поставлю. Можно на подоконник. Можете куда-то в теплое место, чтобы, если вы любите горячее. Вот. Можно и пить и прохладным. Тоже будет эффект. Так. Особенно, как если вы уже простыли, то обязательно. Обязательно нужно сделать этот эликсирчик. Так, ну все. Мед у нас разошелся. Все, я накрываю крышкой и ставлю, ну, куда-нибудь, я не знаю, куда. Туда. Ладно, все. Всем большое спасибо. Будьте здоровы и худейте на здоровье.